Сейчас, что там надо было? О, хороший очко, как начнем с КВХи. Не, не хочу. А с чего ты начинаешь? Самый слабый. Угу. На чем, на светах? Да. Какая же карта нам дается? О, а, Макс, у нас это очень огорчение для меня. Видишь карту, Макс? Да ладно, че? А бы сейчас будет жаркая битва. Беру, короче, Т3, а, мой бабы горы. Короче, беру Т3, что у меня такой, может, горы есть. Па-п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 а-
Хреново. Ну, пару раз. Еще и дождь. Серьезно. Это уже Вторая мировая, похоже. Или же Третья мировая уже. Максима Вторая не страшно, что там Третья мировая. Слушай, Макс, можно как-то перезарядку улучшить это? Не знаю, по-моему, нет. А может, да. Вроде ты знаешь, че, экипаж... Надо экипаж, если да, прокачивать. А в танках ты можешь поставить модули всякие разные. Да. Модули поставить, экипаж прокачать. И из этого тоже такой дисбаланс получается. Ну как дисбаланс? То есть ты, блядь, встречаешь чувака, который там играет уже 13к боев, у него там прокачанный экипаж, там это. Либо ты играешь, у которого 500 боев. Надо Б. Нет, я говорю, надо Б. Ёпта, а ты чё так пугаешь-то, а? Спасибо, брат. Я чуть не испугался. Чё ты бомбишь? Чё, есть там кто-то? Да. Почему у меня не отмечается он, сука? Крусайдер. Англичанин. Легкий танк. Почему я его не вижу, блядь, а? Не знаю. Блять, там лагу, а я его не вижу. Потому что он за этим. Фу, хотя стрелять могу уже. В смысле, блять, он меня видит? О, я попадаю. Там к тебе едет. К тебе Т-50 едет. Да в смысле, блять, ты меня видишь и простреливаешь? Там левее еще это. Да не вижу, да хуя там. Фух. Да я никого не вижу, блядь. Тут еще вагоны эти стоят, блядь, ебучие. Максим. Мне нужна помощь. С чем? Я хочу. Там КВшка еще. Я завтра делать буду. Тут пепперони. Отлично. Критическое попадание по КВ. Наводчик, заряжающий топливный бак. И приводы горизонтальной наводки выведены из строя. Танк СБ ПФЦ.
Да, я не знаю, что за танк. Блять, проход прошел, ебаная. Я его пытаюсь высадить. Я ему в баш. Помощь уничтожения. Там КВ еще, слышишь? Вон там. Там, где был этот ХСФПК. Бля, сейчас КВ забегет! А, сука, не успел отъехать. Сходи. Нельзя. Почему? М? Я на службе. И чё? М2? Всё, я постреляю. Эй, эй. I working like in my desk. Куда поехал? Да! Не ори. Чё? Какой чек? Колебали, блин. С чиками ебаный. Я, короче, просто беру. Почему? Вот ты сказал, как тут выиграть, и меня игра слагала. Тут забор не ебался. Я не знаю, а надо еще поехать. Ну не орите вот так, пожалуйста, пожалуйста. Что страшно? Ну, слава не запрыгнул. Сейчас снорков буду убивать. Зачем тебе снорки? Макс, пытайся бы убежать. Мама! На, Б-34 тут взорвать. Я на самолете еще летаю. Так я тоже. Ебать, он летит, ну. Ну догнать даже не могнать. Понятно, короче. Пожалуйста, не прыгайте. Че ты с ног твоего боишься? Нет, блядь, их не бояться надо, их, блядь, опасаться надо. Они же милые. Заебись, красавцы. Все, полетал. Как тебе полетало, смотри? А так, немножко пострелял. Пизда еще оружие сломался. Чистое небо, что ли? Нет. Я не Чернобыля. Алло. А где там снорки-то, я уж не помню. В лабораториях. Нет. А где? Я главный лоб. Я ни разу не скажу. Ты не знаешь, как локация называется? На базе. Я знаю, Темная долина. А. Отлично. Нам бы это задание бармен дает. Ну я понял. Какой шопу рикошет? На улицу. Меня тут это, слышь, зажали. Мне плохо? Да, еще пытаюсь. Лохов не слушаю. Ебаный, блять, а. Сука. Они еще Б будут захватывать. А, уже захватили, блять, понятно. Последний танк, хули, епт. Да. Да. Да, блять, ты пока на КВХе доедешь. Бать, они уже на А едут. Потихоньку. По тех на том берегу. Помощь уничтожения. Пиздец, у нас, блядь, уничтожают просто по КД. Ты и мой ТТ, йо, я запускаю. Минус один, йо. Где же, где ты, я. Просто себя по КД, йо. Так, мне сталкера надо убить. Какого? Он в куче сидит. Куча чего? Упыря. Других сталкеров. А, подойди это, ножичком.
Я не пойму то, что это я. Нет. А, лол, реально не поняли. КВ. Только один красный стал. А как тебе такой? А на второго похера я побежал. Я тут это пытаюсь. Как тебе было, Максим? Хреново! У меня тоже. Вы не помогали, как я пошутил, но когда он отлично. КВ на КВ. Да ты серьезно? Пизда, ебать. Я уже сколько раз попадаю. Как тебя в сталкере могли убить, а? Твои. Типа он такой, подойди сюда, у меня есть деловое предложение. Ой, батя, он что же? Я ему деньги дал, он побежал. А, это я помню. В темной долине на базе. На свиноферме. Бля, я 8 франков. Прикинь, кого я убили, кого еще победил. Нормально. Сейчас а надо Б захватить, надо Б захватить. Сейчас есть вся возможность захватить Б. Он долбоёб своего попал, короче. Кстати, а у Квешки можно как-то с костью разбить, да? Нет, по-моему. Ну бери руку, дурак, что ли. Одно Б или нет? Я обосрался. Я буду прикрывать долину. 6 км в час едет. Против себя по КД, ём, где же ты? Как хорошо то, что я могу бесконечно бегать. А чё, давай, пойди, набор, с читами что ли играешь? Нет. О, на выносливость. Угу. Б захватываем. Уже нет. Да. Нет, Челик сдох. Б захватывает. Б захватываем. А, что? Почему его не вижу? Да. Мутанты пизда. Иди нахуй, брат. Ебать, меня перевернуло чуть. Где? Снаряд с зарядом взорвался, меня чуть боком. Я там. О, где там? Меня брат бьет, ну помогите! Помогите! Он меня пиздит. Слева, блядь. Их там много. А больше наушники здесь? Ну я обстреливаю, как не знаю кого. Айо! Айо, пацаны, айо! Айо! Ууу! Да тише, а! Ёпта. Есть пробитие. Конечно. Блять, у меня весело. Скотина, блять. Не умеет с людьми общаться. Красиво, блядь. Если не общаться, не общаться. Ладно. М-ка вы видели. Но там еще 34-ку надо. Не бей! Да не бей! Блять, рикошет! Пытайся держаться максимально, пытайся ехать. Да и так держусь, пытаюсь максимально. А, посмотри, сколько у нас живет. Ебать, я... Бля, я бы то не пробил. А, на меня двое выехало! Пс! А что наши делают тут дома? Что наши делают? Да я тут не знаю. Да, на 9, у меня 9 танков, а тут у тебя 9 танков, 3 танка забрал. Ну все, я не даю, блядь. Ой, блядь, долбоёбы, ой, долбоёбы. Если бы ты играешь из Warhammer, ты бы увидел все, весь смысл конченых тимов. Короче, Макс, я просто покатаюсь, Макс. А ты вышел? Нет. Смотри, водичка красивая, я пошёл. Бат, ты в курсе, что у вас двое осталось? Неплохо. Я купаться пошел. Ну все провально. Хоть первое место, Макс. Хоть первое место.
Так а чё от этого толку? Чё, всё уже что ли исследовал? Ты уже 41-го года изучил? Да. Сейчас что ты качаешь? Сейчас тоже что качаю. Подожди. 42-го года. А у меня еще, господи, у меня еще 42-го года, у меня третий ранг откроется. Сейчас точно. Стоп. Там любой можно точнее, да? И что, да? Ну, да. Могу сразу 900 точнее, если не знаю, просто чтобы это было. Какой? Ну вот, его качай. Я его уже сдал в металлолом. Сейчас приду. Задание был на тебя. Бери какую точку Б, я... А, опять эта точка. Тьфу, точка, это карта. Черная река. Пепельная река. Понял, собственно. Тут нам, у нас сейчас сторона, которая за Б. Пойду А. Б. На А воевать. Первым ты играл в Тани, в Блокстрайк? Дальше. Алло. Пошла, ты. Гер, ты знаешь, где дезерт игл найти в тени Чернобыля? Да, это нашел. Ту-ту-ту, блять, они А захватывают. А мы Б зато в ответ. И чё? А, кстати, Б тут можно стрелять. Вы, блядь, вы берёте военные. Ну почему? Почему я в ствол попал? И они все снизу, блин, я не могу даже выцелить. Чтобы выцелить, мне надо вниз спускаться. На, С захватать. Захватить. Да ты серьезно, откуда? Чтобы настоящим джентльменом стать, надо сначала не стать. Чтобы стать, надо сначала. Заебись, блять. У меня ствол не опускается вниз, блядь. Вот он, берите точку, у вас надо. Да нихуя они на горе там, блядь, сидят. Дезерт, игл, дезерт, игл. Там, видишь, они это, точку держат. Я спросишь, как называется?
называется мой идол. Ты серьезно? Что я ей сказал? Не. Ай, меня разменяли. Блять, там СБ так обстреливается идеально. Ты чёрт, реально, ты это что? Чёрт запомнил. Запомнил, пошёл сюда, чёрт. Т-34Э который? А, просто Т-34. А. Ты просто около Б где-то экранированный ездит. Макс, Т-34. Максим, ты не я пока ничего не могу сделать. Мудила! Я им пользуюсь. Заебись, бля, сейчас заберут нахуй меня. Блять, вы уехали. Меня тут обстреливают жестко. Еще и снаряд летит в меня. Там еще 34-ка на горе. На ходу я бы на ходу попытался дать, так не получилось ничего. Тут мне не повезло. Можешь забить, короче, задание. Хорошо, я на Б как-то. Я тоже на Б. Как было там на Б? Забей. Давайте поле более-менее. Там на С очень много. Я знаю, да, я понял, да. Прям вообще. Вообще. И на А. Или где? Нет, не на У. На у базы у нас. Или на А. Нет, это около нашей базы, которая с С. А на С раз, два, три, четыре. Да я знаю, их там много. Ох, бля, он лайфхак, я все-таки тоже смотрел. Он тоже лайфхак посмотрел. Макс, не смотри на этот пиз. Макс, не смотри на этот. Да ты серьезно? Но чуть-чуть выехал, и мне экипаж забрали. Хотел убить философа. Бля, как какие пацаны поймут, мы подловили такие. О, помощь. Где-то я ходил. Сейчас дойду. Играть будешь? Т-34-57, да. Хрена нас уже едут просто, блядь, едут в гости, пацаны. Кто эти? А, я попал. Все, котел. Как еще? Отлично. Здесь я заеду. Давай. Блять, не пробил. Я попадаю. Чуть-чуть прям в колеса попал. В каток, а не в колеса, блядь. У танка нет колес. Ай, попасть. Не попасть. Так, вот он сейчас.
сейчас снизу буду, черти. Вон первый черт. Не. Бля, чё они творят, объясните мне вниз. Тупо смотрим. Прикинь, просто челик. Чё за байда, блядь, а? Объясните мне, пожалуйста. Пошёл в ангар. Не повезло мне. В ангар. Тупо челиком я сейчас пускай обстреливаю. Беру дублёрку. А, не успел. Нельзя так делать! Сыр, не ори, а! Столько вот так вот на край ложится. Ну так спусти тогда её, блин. Пять дублеров на Су 57Б. Капец, чё так... Чё так долго прокачка идёт, а? Серый, спусти её, а? Видишь, на об... на одежду. Блять, а? Задолбали вы, а? Иди сюда. Это уберите все. А че я прокачиваю-то? Пиздец, блядь, двери не научили закрывать, что ли? В пещере живем. Это крутая карта, Макс. Да. Помнишь, мы на этом сыграли, да, вроде? Да мы на всех уже, по-моему, играли. На многих. Ну, может, еще есть карта. Ну, не знаю. Ой, я думала, это 3440 года. Это хорошая модель. Поехали это на Тахина. Да, не знаю, что. Не, на, не хочу. Хуй знает, на Б надо. На Б надо. Ай, блядь. Ты на Б? Ну. Хотя, не знаю, тут город везде, блин, неудобно вообще ничего простреливать. На ПТшке я говорю, вообще ничего не буду. М? Построил этот город весь. Что я знаю? Конечно!
Нет, это 50, это 70, это 28 легко пробивается, да, 170, 134 максимум. Не знаю, смотря как. Че, вообще никого нет? Где за свет-то? Охуенно, блядь, камень. Охуеть, блядь. Че, уже сдох, что ли? Ну, это, у нас там Т-34-57. Где тут КВшка-то, блядь, была? Ага. В смысле? Я между А и Б. Чё? Откуда га? Чё? Да хуй его пойми, откуда-то са, блядь. Вот за карту главный вопрос, Макс. Да? Никто не знает, да? Знаю только автор. Я играл пару раз на ней, всё. Кстати, какие-нибудь карты вырезали из этой игры, когда ещё не было? Вообще не знаю, честно. Я сколько играю, вроде... Только на новых играю. Отлично. Надо захватить. Там КВ немецкий. КВ один? Да, немецкий. А кстати, КВ за немецкий лучше, чем за советский, нет? Ну это, по-моему, один, одно и то же, просто это донатовский. Она захватит лучше, мне кажется, лучше. Сейчас, блять, откуда? Че ты там делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Ни хрена, Макс, там трое кружили, Макс. САУ, да? Да нет, меня какой-то, блять. Ебать вас там, блядь, а. А чё её знать-то? Смысл её знать? Тут просто надо ездить и всё. Просто наши что-то... Где? Я не пойму. Я смотрю на карту и не пойму, что наши делают. То ли они захватывают, то ли сидят. Да они ничего не делают. Вот именно что. Вы ещё и всрали. Вроде едешь, засвечиваешь всех, кого только можно. Никого нету. В чат смотришь только постоянно. Уничтожен, 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 убил. Уничтожен, уничтожен. На четырех уничтоженных один убитый.
вас есть в War Thunder типа матчмейкинг? Нету. Зачем тут матчмейкинг? Ну сколько бы он задержался? Блять, ай, КВ-ка, блядь. Охуеть, блядь, цель не была повреждена. Зато этот, блядь, в БК попал. Это все или последний? Все. На, у него деструктор, блядь, стоит, я понял. Да нахер. Макся, там пюре. И чё? Свежее. И чё? Сосисками. Пюре только что приготовленное. Дверь закрой, а. Заколебали дверь не закрывать, а. Он пришел, Герман? Не знаю, он в сталкер сидит, играет. Он вышел из дискорда. Ну. А что, он в сталкер нашел что-то играть, да? Да, делать ему нехуй. А ты тоже играешь? Нет. Что, серьезно? Сейчас погнал. Сейчас, подожди. Ой, я открыл модификацию стаминкова. Форту масти, ауе, Максим, молодец. На, Макс. Что у меня там качается-то, я уже забыл. Су. Су-85. 25 тысяч еще. О, блядь, что это как-то такая... Играли, да? Да. Беру на КВ-ху. Либо мельцы вверху, да? Там надо сейчас быстро ехать, захватывать. Вы едьте, я могу прикрывать вас. Блядь, я не люблю эту карту. Ну, неудобная, точнее. Ебать, вы появляетесь. Опасно. Блять, что за хуйня? Тут надо как-то ограничение убрать FPS. У меня 60 максимум идет и все. Пацаны тоже КВХ. Мы, короче, разме... Блять, а как я не закрылся? Почему не закрыта позиция? Алло. КВХ.
Алло, а почему у меня не закрытая позиция? Блять, как вроде бы гора. Алло, а почему у меня закрытая позиция? КВ-2, пацаны, блядь, эти сотрудники. Ай, бляха-муха. У меня плохо, очень плохо все, Максим. Пизда, все плохо. Как мне плохо, блядь. Да там вообще все плохо. Идемо, отлично. Ебать, что с моим танком стало? Пиздец. Блядь, не надо. Ебать их там, конечно. Блять, там Ягдпанзер. Там уже КВХ, тебя слева КВХ объезжает. Да, я вижу, там их две, блять, прямо. Да сука, ну пиздец, блять. Да забирай уже. Причем КВХ ЗИС-5, которая, блядь, на четвертом ранге. КБ один. Надо кого-то упустил задавить кого. Я просто пошел контрить. КБ можно ебать только так и все. Не, ему надо в башню стрелять там. Когда он поворачивает ей. Причем в задний такой отсек более-менее. Потому что там БК. Тут его столько, блядь, столько обстреливают все. Здорово, Макс. Как дела? Ну, блядь, у него броня толстая. Блядь, он толстый, блядь, как человек. Так это ЗИС пятый, который я гу, следующий вот у меня идет уже. На, пожар, блядь, погори немножко. Наш, блядь, ну... Ты мешаться, блядь, не будешь, а? Ну, не до такой степени мешаться-то, блядь, надо. А его просто отъехать. Бай, тут просто всех уничтожили. Качанный КВ был, который мы обстрелили, пацаны. Это следующий, четвертого ранга уже. Бать, меня тут две КВшки, блядь, держат. У меня 2, 3, 4, одна КВХ, блядь. Еще из самолета, блядь, обстреливают. Ну,
Забор меня спас. Вот что-то меня спасло, когда я была. Ну серьезно, ну. Ай, блять, а. У меня КВ. Блять, сидишь один, отстреливаешься от всех, тут, блять. Вроде все на тебя пытаются как-то отстреляться, ты там что-то им даешь. Нет, блять, выходит один мудак, просто врывается и все. А всем остальным, блять, похуй. Ебать там, конечно. Да. Спасибо. Классно. Поиграл, блядь, на КВ. Не знаю, сейчас успею экипаж сменить. И отъехать, и починиться. Понял. Хуя, блядь, кого я нахуй мне прочитала. Короче, пока чинюсь, один хуй, блядь, это. Не, да смысл, я тут уже, я пока починюсь, уже все пройдет. Хуя, блядь, читает меня. Пока посмотрю графика. Есть тут ограничения? Затов на фильтрация. Нахуй нужно. Сглаживание. Пусть будет. SSA. Сглаживание. Нет. Качество высокое. Качество теней. Нахуй не нужны вообще. Качество облаков. Качество ландшафта. Качество новое освещение. Тени. Тени от объектов. Улучшение. Припол. Не знаю. Ай, бля. Сейчас я даже в настройках положу. Полный экранный. Тени, JPEG снимки, совместно с вами видеокартами. Серьезно. В интерфейса показывает награды. Чё дает радиосвязь, Макс? Радиосвязь дает. Я просто радиосвязь вижу. Да, по-моему, просто общение. Если ты с кем-то в пати играешь.
Блять, по-моему, нету. Хреново. Хреного. Че, опять на советах? Опять на советах? Да. Если хочешь, пойдем на итальянцев. Следующий уже. Максим. Пойдем на реалистичные бои попробуем. Кубань. Можно. Ну там на реалистичные нельзя отмечать, да, где враги. Я не помню уже. Я пару раз играл только. Не понравилось, ушел, да? Нет, просто это. Беру 41-го года. Ты какой возьмешь там? Да как обычно все. У меня все по стандарту. 440-го? Нет, Су-57Б. Блять, надо было этот отменить, сука. Привет, Максим. Надо было Т-34-57 поставить. Что-то запарил. Сейчас тут, конечно, их не видно будет. Нас обстреляют, как лохов. Ебать, тут, блядь, флаг 8-8. Зенитка, блядь, переносная. Че, Максим, едем воевать? Ну, попробуем. Блядь, кино идет. Мы воюем. Я пока не вижу. Никого и ничего. Где там пазик? Я челика просто прочел, а челика прочитал, где он. Там за домом, вот где ты стоишь, вот за домом, вот этим красным. Твари, мне тоже читают. Я попал. Я тоже. Физические попадания. КЗ-3F попал. ОВФ. Забрал. Отлично. Там еще сушка рядом. Забрал. Право. Там КВшка. Проехал. КВ. Немецкий. Перепилась, короче, блядь. Я лучше на точке постою. Постоял. Блядь, на КВ. Как нам не повезло, что он стоит? Блядь, они там сидят за этими. Почему не попал? Потому что КВХ мне попала в дуло, блять. Ничего нового. Помогаю, Максим, еду к тебе помогать. Нас еще и Б захватывают, заебись, блять. Это спорно. Кстати, КВХ можно как-нибудь вот эту силу одарить немецкую? Конечно, это обычный КВ по основному это. Ну не обычно, но там с пушкой. БАМ! Попал. Там еще одна КВХ где-то была. Вот она и была. Попал. У него... Ну прикрой ты меня, меня двое зажали, алё. У него деструктор стоит, сука, на немецком. Блять, не ту точку выбрал. Просто стою, блять, как он может мне помочь. Нет, блять, у меня постоять. Сторонки надо постоять. Ну вот, блять, так тебе не надо. У него пушка стоит Д-25, по-моему.
на немецком КВ. Ебать их там. Может, третий танк. Меня там прокатился, хотя одного защитил. Меня, короче, бабру будет держать. Я на самолете кричу. Блять. Блять, там КБ-2 еще, давай издевайтесь, какие-нибудь. Будешь на это? Не. Да. Че, Макс? Да ничего. Блядь, там КВ в километре, я его не вижу даже. Если не играть, спустили, блядь. А то вымерли, блядь, я его собью. По памяти не было. Молодец. Макс, как жизнь. А, меня даже прострелили, охуенно. Пивец. Выцеливал. Смысл, блядь? Тупо челик это не прочитал. Блядь, не тут. Да, блядь, опять не ту точку выбрал. Так никто не идет, если чё, блядь. Советы, да? Угу. Там в Б что-то чел делает где-то. А, это КВшка, блядь. Ебать их там, конечно. У тебя последний был? Нет? Да. Я тут, ладно, можно отследить. Я почему успеваю это дать побольше подумать. У меня есть, кстати. А, нифига, мы все равно с тобой. У тебя седьмое, у меня пятое. Окей. Нас все захватывают. И Б. Давай, забирай ее. Ну давай. Что осталось-то? Еще чуть-чуть. Седьмое место.
какой? Десятая. Нифига ничего не прокачивается, блин. Ты ж хотел на итальянцах или на ком там? Ну, я предлагаю, тебе сказал, если не нравится совет, пойдем на другие. А так я говорю, давай сейчас вот на этих скатаем. Да. Пойдем. Я говорю, вот этот бой скатаем и пойдем на других. На кого пойдем? А не знаю. Шамиль Косовича. Окей, давай сначала на лодке. Сейчас псу, кто у меня тут прокачивается. Кого меньше всего прокачивать? А, пойдем вот тут на немцах, я один бой скатаю. А я могу на немцах, нет? Нет. А, потому что рейтинг, да? Да. У меня там чисто один бой сыграть, и танк будет прокачан. Там что-то 300 опыта надо. Пам-па-па-пам. Дисбалансная карта, ясно. А, ты тут одна точка. Так у тебя-то лодка, у меня нет лодки. Почему? А, я на лодку. Ой, на резерве пока покатаюсь. Стой, отмена! Да ебаный ты в рот. Да снаряд не те поставил, опять забыл поменять их, господи. Кого? Да на этом. На немца. Смотри, смотри, мы в реальности, Максим и я. Направо еще, правый. Ну, я вижу. Слева, а не справа. Слева. Нифига у нас пацаны крут нам это, на машине едет. Пусть едет. Видишь, который это сейчас впереди нас человек? Ну, это М13, немец, этот американец. Мне кажется, он сейчас быстрее подобьет. Блять, камулями стрелять. Под, ой, под калиберами. Что-то я не хочу так, блять, сразу выезжать на... Мне кажется, там сейчас такая заруба будет. А, встать куда-нибудь. Смотри, сейчас лодка поплывет, Макс, смотри. Не надо. Хрену плывет наша лодка. Вот ты помнишь. Там пазиков. Камень, да за штуки крысы. Я имею в виду, что не буду включиться, просто чисто фан играю, хочу меняться. Блядь, выцелить не могу никого. Что за дерьмо такое? Кто? Не крыса, говорю. Просто ел какой-нибудь. Просто, блядь, из ниоткуда, ёпты, попали. А это-то откуда, блядь, ещё? Ну, блядь. Я, знаешь, ел спокойно на городе, я открыл. Угу. Не увидел. О. Блять, как ж больно, а. Там больно. Он-то попал. Нахуело. Вообще артиллерия, блять, бьет. Вообще, просто вахую. Как я не... Отлично, за помощь. Вот что-то я сделал для папки. Вообще, ствол разнесли, блять, мне. У тебя вон справа. Да я вижу, я ничего не сделаю.
это максимум за прикол? Хочешь я прикол? Тебе нужно прикрытие? Ну ебать их там обходится. Обходится. Два попадания ртой. М12 попал. М12 попал. Да вы серьезно? Пробили? Я и выехать не могу. Я тоже. Меня просто со всех сторон тут держат. Меня тоже. Заебись, блядь. Они стрелять будут, а? Хоть по кому-то. Ебать. Я просто стоял на резервном танке на одном месте. Хоть танк уничтожил какой-то. На первом месте, блядь. О, бля. Ох ты, крыса, бля. Бля, ты хуйня. Бля, у тебя не артиллерия, бля, ты у меня. Что же это второй танк? А, у меня лодка, ёбнула. Лодка. Я просто лодку не видела. Ну, это с артиллерией. Посиди, отдохни, ёпта. Ебать, я станковал, нахуй. Ебать, у меня три самолёта на пяле. Я еще буду воевать до последнего, все. А может сейчас захватить, если нас натупят, не надо. Да они протупят, ёпт. А, у нас тебе туда. Я сейчас пока чинюсь. А прикрываю Максим. Привет, Максим. Да. Сейчас нашего заберут вот тут рядом. А нет, не забрали, он. М2. Езжай, захватывай, там никого нету пока. Там лодка только. Отличная новость, я могу захватить точку, но плохая новость, она могут обстрелять со всех сторон. Это большой минус, Макс. Я не могу ничего сделать, тут, блядь, тоже со всех сторон. Я если поеду, пока до тебя, блядь, обстреляют. Я не могу, не обстреляли, короче. Блядь, они там все нахуй сидят. Чувак меня убил, а я его. Но я успел выстрелить. Все, я мчусь. Меня уже разъебали. Блять, там наши рядом сидят, ебаный в рот. Я постарался, Макс, я что мог. Ну все, короче, а может сюда. Давай. Давай. А, блядь, бесполезно. Я только доеду до точки, блядь, и все. Миссия проиграна. Mm.
Да. Три танка уничтожено, три помощи, 7 критических, 22 повреждения, активность 93%. Так, а что это вместо какого у меня ПЗшка идет это? Раз, два. Тут у меня стюга. Еще три техники, блядь. А, купить? Можно купить еще три. Пошли советы. Сейчас, подожди. Так, что это у меня идет? Место ПЗ-3Б. Заказать. ПЗ-3Б. Место ПЗ-3Б. Да. Блять, мог вот этот. Ну ладно, уже хули чем. Ты серьезно? Что, пойдешь за советом? Что нам делать-то? Что пойдем? Не знаю. Сейчас герму. Я мелкий хочу пока покачать. Это уже 4 ранга, а я хочу. АСУ. Блять, можешь АСУ прокачать. Плавучий танк. Та-да-да-да. Резерв. Чё он пишет что-то? Я даже не написал, шутил. У меня даже нету. В сети он хоть. Бери америкосов. Чё я тут качаю? Вот этот. Давай лучше я слышу тебя это. У тебя чё тут? Чё? Всё, резерва нет. Нет. Ну, почти. Там 1-0 боевой рейтинг. Ну, это хуйня. Мне просто для стюга надо этот ПЗ-38Т выкачать. От кого мы его рантиком?
сможем играть вместе? За немцев. За немцев, сколько боевого рейтинга мы сможем играть вместе? Блять, с любого. Просто смысл мне с тобой играть на 2,7 на резерве, где я никого не буду пробивать, допустим. А ты просто выжаешь тебе пау. Да, да. Заброшенный завод. Что ты наделал? Блять, точка такая неудобная. Ну, вот, не. Так, на чем поехать-то? Поехали на резерве. Только, блядь, снаряды поменяю сразу же, чтобы не забыть. То, блядь. Как бы так-то надо было тоже, наверное, американцев взять. Там тоже два косаря надо выкачивать. Как думаешь, кто сам первый тут едет? Не знаю. Если у них есть какие-нибудь? Нет, имел бы я. Это 7. Кто из нас едет? Кто первый сольется? Я. Ой, набрать тормозил какой-то. Только меня уже окружают на всю пустыню. Лечу. Как могу. 8 уже. Что там? Кто там? Где ты? Это птицы все такие аллергетики, блядь. Аллергетики, блядь. Блядь, мне хуёво, Макс. Мне тоже, меня сейчас заберут. Я хуй знаю, как это злобно. Мне прям хуёво во всех прям, пизда, во всех. И чё они стоят, а? Господи. Ну, сзади все, блядь, смотрят. А ты посмотри, где я, Максим, сначала её вернул. Так вот, я поехал, меня вообще сбоку начали обходить, вот. Я вообще один на пункт обороняюсь. Я даже не представляю, как я жив вообще. Надо ещё ранить. Я боюсь, блядь, я на миллиметр боюсь стёркнуться, меня могут пробить. А, меня уже пробивают. Блять, он ничего сдох. Вот так встать, чтобы он меня мог пробить. Только су, блять, это убить меня. Блять. Это сам рядовый день, но мне придется. А теперь я мне надо 1.10 чинить. Меня, короче, вырубили, Макс. Право бежать. Объехали. Да. О, помощь. Беру это. Да, как Макс надо, я оборонялся как мог. Пошел вон. О, красава. Красава. Трин, скажи, что ты, блин, шерный нахуй. Мудила! Побили? Ствол вывели из строя. Ох, у меня помощь одни летят. Видал, как я влетел на планету? Я просто, знаешь, на меня все смотрели, я просто забыл. Еще я объезжаю тут всякие. А, может, там разносит такой хоп. А тем более стрывали его пельмени. Да это серьезно. Сега? Где второй танк? М? Где второй танк? Да. Блять, выстрелом просто выносят. Просто спрашиваю. Просто выезжают и первым же выстрелом убивают кого-то из членов экипажа. И обязательно это будет за наводчик либо заряжающий. Эра сражает, блядь, это хардкор, блядь. Таких маленьких я никогда не видел, не слышал в жизни. Блядь. А у нас как захватили?
На, через стенку. Я же говорю, блядь, мне надо чуть-чуть выехать, и меня уже ебнут. Отлично, хоть технику ебнут. Блядь, хуёво то, что не вижу. А, немножко разъебите, я хочу точку взять. Чуть-чуть прям буду разъебить, у меня сейчас кольца не будет. Даже у меня шипашу ставлю ебнут. Я сейчас не могу, могу заходить точку, потому что мне сейчас приедно точно просто все на цель меня выебит. Понимаешь, Макс? Да тут, блядь... А, тут закрыт зум вообще нет. А что, сорян, ничего не понял. Кто? Как я кого уничтожил? Да ты серьезно? Ты-то тут, блять, откуда взялся? Чуть-чуть прям выехал, Макс, меня там подбили. Ну вы, М, можете это говно забрать? Или, блядь, все самому делать? Я вообще, мы с тобой делаем только, мне кажется, Макс. Ты же статистика. Мы с тобой, да. Ну, мне вот сейчас подцепилось, а мне вот так не прям вынести. Макс, как дела? Да так. У тебя последний танк? Да. На! Я солью инфу, сколько там. Да я вижу по карте их там дохуя, блядь. Я же могу сказать, где они, блядь. Я тоже знаю, они меня обходят, блядь. Круто, блядь, знаешь. Максим много знает, да? Пиздец, что делать вообще? Хуй нахуй. Да Тимыч, ты знаешь, да Тимыч тупо дрезает на самолете. Оба, падай, Макс. У тебя стак... Да я знаю, блядь. Меня тут, у меня наводчик контужен и все, и что делать? Я не могу пострелять, ничего. А что у нас стимуляет, что делают или ты скажи мне? Охуеть, блядь, я просто в шоке. Что там? Ну ты изменял мой интернет, просто распределяет. Или нет? А, Миша, о. Тихо, хочу взорвать его. Да бля, ну прицел как не побыли. Пиздец, блядь. Макс, как жизнь, блядь, не будет. У меня вагон спался. Я приезжаю быстрым путем. Несмотря ни на какие преграды, я приезжаю быстрым путем. Тут, блядь, тебе не видно. Отлично. Там еще он. На пленту. Блять, да хуя здесь. Там, по-моему, бабаха сидит здесь за углом. Это бабаха, ебать. Да. Где эта ТВшка? Я хороший, я уже помню, я старался. Где эта немецкая КВшка? Вот он. А, не, называется КВ-2. Вот он. Я ходил. Хуя у него, блядь, 4-3. Боевой рейтинг. Кого? У этого. Немецкого КВ. А, или вот он. Или нет? Вот он, блядь. 4,7, ебать, у него. У него пушка стоит 75 мм, блядь, деструктор.
Че, опять на советах? Да. Тебе не заебал на советах гонять? Нет, советы крутые, самые лучшие в истории. Сейчас я поменяю. Нет. Че 3-0? Ебать, конечно. Ебать, деньги улетают. 200 тысяч просто в никуда. Ну поехали, попробуем. Как бы тебя ничего, да, не смущает, чтобы его рейтинг 4-0. Я же знаю, что прям попросил. Чё, не помню вот эту точку. Тьфу, точку, карту. На Б. Мявый, тоже я не помню. Так что на равных условиях. Ты строил железную дорогу? Конечно, мне же делать некуда, блядь. Хуя там летаешь, блядь. Чё, блядь, в космос полетел? Да. Ты чё, видел? Да. Сейчас ещё полечу, смотри. Давай там, блядь, Гагарину увидишь, передавай привет. Да, кто лучше, грязники на танке. Давай. Мне ещё встречу. Ты только это, дуло назад, ствол поверни это. Как в GTA, знаешь, когда назад стреляешь, чтобы танк быстрее ехал. А, да, вот. Чтоб долетел наверняка. До Украины можно долететь. Ну, можешь. Блять, просто наугад ебнул. Нет. Ну, дуг попал бы. Чё, много на Б? Да мне похуй это. А зачем ты дом разгромил, блядь? Это твой дом, блядь? Нет. Блядь, там немецкий еще 34-ка, ебать. Это 34-57. Блядь, чучело снес. Ну, похуй, я просто буду сидеть. Да ты серьезно, а? Ну, блядь. Че за тайминг такой охуетительный-то, а? Сидел, сидел, нет, блядь, надо было выехать ему. Ебать, с пулемета по какому-то ебальнику попал. Откуда? Вот это
На! Урод, блядь. Иди просто, Вася, погуляй, а, куда-нибудь. Окей, я погуляю. Ох, ты ж, блядь. Угу. Мне бы кто помог, блядь. Да хуй тебе, блядь, там. Мне там закрыл. У меня тут хату, блядь, разрушают. Нет, разрушают. Покажи, почему я тебя вижу, не могу видеть? А-а-а, как больно, блядь. У меня танк без, блядь, запчастей. Как думаешь, мне без казённика со сломанным двигателем, с полуразбитой гуслёй, с убитым механиком-водителем, как думаешь, живётся мне? Идеально. Вообще прям. Прям кайфую, нахуй. Бля, точка, спасибо, точка, ебать. На точке можно починиться же, без запчастей. Атакуйте точку Б. Я чинюсь, мне похуй. Блять, не знаю, даже с какой точки подъехать, сука. Все горит, блять. Блять, столько всякого говна. Ебать, тут война, Донбасс! Вижу, блядь, Донбасс, блядь, 21-го, 22-го века, блядь. Бля, тут 34-ка. А,
уже кваки бежат, Макс. Это кваки бежат. Кваки. Короче, ГГ тебе, Макс, бороться. Дальше же прикол, Макс, прикол. Я на точке Б. Справа. Да тут много чего. У меня еще 34-ка тут, блядь, и пытается. А, я пытался. А я пытаюсь до сих пор, но... Я пытался. Я по КВ немецкому столько дал, блядь. Там два критических повреждения точно. Надо просто убить. А, легко, легко сказать. Я знаю бабу, которая играет. Все, может, и нет. Одна зона, да. Что же? Что там дохрена помощи? Помощь. 5 помощи, 5, 6 электрических людей по жизни. Я еще говорю. Каска тоже, о. Мне еще бабу дали. Там ходит. 500 уже подходит. Новое достижение вышло. Астон. Ну,
чем поехать-то? Хрен знает, вообще поебать. Я вообще похую. Я даже дверь не закрываю. Ебать, ЗИС-5 КВ. Ебаный рот, чё у них там? Су-85, Як-Панзер, М-10, Су-57Б, ПЗ-4H, Т-34-57, КВ, ПЗБ, ПЗЛ. Короче, внизу самое говно, а вверху более-менее. А Су нормальное оружие? Су? Да. Ебать, у нас уже уничтожили, нахуй. Поиграл, блядь. Блядь, поскорее бы этот танк уже поменять. У меня есть. Да. ДКФЗ. Нет. Блять, даже не вижу ничего. Где он должен хотя бы стоять-то? Да ты ч... Ты мудила! Сука! Хуйло, блять, а. Чё, я выцеливаю, блять, 34, который приехал. Приезжает сзади, мне в жопу дает. Меня просто этот прицел сбивает и все. Ёбут, блять, а. Сука, дауна, блять. Блять, его еще и забрали. Охуенно, блять. Сука, мудила, блять, ебучий. Какой застопил, я говорю, я выцелил. Я все, вот уже хотел выстрелить. И он мне в жопу въезжает, и у меня прицел в небеса, нахуй. И тот по мне выстреливает. У меня минус экипаж, мне надо чиниться. И все, я ничего сделать не могу. Не выстрелить, потому что у меня... А кто Супермен 4333. Блять, ебать нахуй, Ники. О, 232 ранг. Опять на камп. Дай бог, ты опять за мной едешь. Ладно, блять, не ты. Я говорю, блядь, с такими союзниками и враги не нужны. Бать. Ну, да. Вот я у него только башню выцелил. Вот он появился, я выцелил. Вот как ты сказал, второй появился, он объезжает. Я его выцелил. Дочерик какой-то. Ну. Пиздец. Меня яд пробил вообще круто. Вот я пробил. Короче, вот за тобой снайпер, нахуй пробил. Ну, кстати, лукарник где-то тебя. На, блять, мудила нахуй. Сейчас А захватим. Надеюсь. Надо захватить, надо сейчас поменять. Давай. Ебаная, блядь, пальма. Нет, там нет.
Не. А як хороший там на 300 жимать? Як? Янг. Хуй его знает. Это вообще, по-моему, какая-то зенитка, блядь. Да как его, это типа грузовик. Но ягу это. Не! Ах ты ж, падла. Ну ты стрелять-то будешь, а? Или нет? Вы, блядь, на одного троём хотите выехать. Ебать вы дауны, нахуй. Это же тяну. Тихо, можно? Блядь. Я чуть-чуть отъехал, мне уже встретил пацан. Говорит, привет. Тебе пора умирать. Даже как умирать, блядь? А это чел просто на пути. Это Макс 30-20. Уехать, блядь. Хотя бы одного дернул, хоть что-то. Ну заебись, ну почему? Я сейчас сгорю просто и не успею перезарядиться. Давай хотя бы дать один выстрел. Ладно, у тебя второй там, да? Да. У меня уже все. Блять, у меня запчастей нету и ПП, ППО нету, я сейчас просто сгорю. Зато я успел забрать. Да я знаю, что радиатор пробит. Все, давай, поехали. Я подожду. Макс, у тебя пукан, так, смотри, ты бомбишь с КС, и ты взорвался. Ну чё, уже сегодня по твоему времени сегодня пойдёшь в КС, ой, в этом, в тундре, всё равно по твоему времени. Пойдёшь сегодня в тундре, в том времени? Что, не боёшься? Я уже, у меня уже сегодня, уже завтра. Ну, у тебя уже сегодня уже. У меня уже завтра по твоему времени. Путин будет два дамы в кухне и друг друга. Пам. Ебать, а что у нас чел сзади делает? На, нахуй, блядь. Нехуй, блядь, на нас на базе делать. Перехватим. Я просто думал, он у нас перехватит. Не, можно С поехать попробовать. Нет, С не ловится. А у тебя последний ведь там? Да. Не пробуй. Эх, С... чуть-чуть. Так ты не научился, кстати, этот? Не попал ни разу от СО? Да. Давай как-нибудь устроим челлендж, попробуем. Так я вот пробую. Ах ты ж, да блин. Не получается всё. А, ебать учиться. Че, куда ехать-то, блядь, даже не знаю. Ты че, все, что ли, поиграл уже? Я же сказал, что я все туда. Ну хуя ты быстрый, блядь. Последние мне два убийства делал. Я два пробития одну помню. Мне там этот челик подал, на синтайм словил. Бывай, чё? Ты что ж так играл, знаешь? У тебя какой, кстати, левел макс? Ну вот, на советах. Нет, имел ладой, это карточка. А, десятый. Молодой Максим. Давай, Максим, пуши. Чё мне их пушить? Я не пушу, блядь, никогда. Я пушу уже, когда всё плохо. А сейчас всё хорошо, чё смысл мне пушить? Вот, поеду сейчас на Б. Б захватывает как раз. Ну, я говорю, поеду сейчас на Б. Блядь, где-то здесь мудила, я его даже не вижу, где. Ещё я захватываю, охуеть, блядь. Сейчас что-то чувствую, что будет очень плохо мне. Не чувствую такого у тебя? Вообще. Я вообще чувствую. Он сыт, Макс. А, это твой танк, да? Что-то я чувствую, что, блядь, я у них на базе и не надо так выебываться.
Че ты поиграл? Я же сказал уже, что я... Да не, я другому чуваку. А. Которого стрелял, я думал, все, может уже этот домой поедет. Или за мной. Блять, там сзади сейчас будут обстреливать. Че, Макс, теперь на 2 недели без суток, да? Но только учеба с утра. Ну, ебать! Сейчас смотри, как я подлечу классно. Наверное. Давай. А, нет. Вообще, сзади снаряд, блядь, ебнулся. А, сзади снаряд. А, КВ на КВ, давай. Я его не вижу, где он. А он меня видит, блядь. Я его тоже вижу. А я его тоже, кстати, вижу. Там еще одна. Вы что, прикалываетесь, блядь? Вы серьезно? Снаряд рядом пролетает. На, посиди, блядь, поиграй. У нас еще и 2 точки захвачено. Ебать, конечно. Это пиздец. Это вообще пиздец, ты чё? Какой рикошет, блядь, а? Ты о чём? Ебать, там еще и 2-й КВ выехал. Давай, Максим, КВ на КВ. Да какой КВ на КВ, блядь, я его пробить не могу, блядь, никак. Какой прикол, Макс? Мы проебываем. Да я знаю. Чё ты меня, блядь, на выстрел хочешь развести? Сука, не пробил, блядь, а. Спасибо. Воу! Чуков понравилось. Ладно, не буду так. Алло, Герман, ты тут? Блять, мне страшно было. Я как бы все ожидал, но, блядь, не такое. Алло, Герман, слышно. Посиди, подумай о своем поведении. Подумал, посидел. Сори, это Серега, это Серега. Ты серьезно, а? Ты, блядь. Блядь, интересно, успею я на А доехать? Нет, не успею, блядь. Ну че за долбоебы, а? Ну, блядь, ну такой бой, а. Еще и вон снаряд, блядь, летит сзади. Вообще пиздец, блядь. Столько всего сделал, блядь. 6 целей уничтожил. 3 помощи, 7 пробитий критических, 16 повреждений. 1 захваченная зона, блядь. Ну, я вообще-то в прошлой, по-моему, вкатке сделал 9 пробитий. Экипашка прокачать. А чё у меня так много тут всего? Блять, 20 000, ёбаный, 20 000! Какой? Мне надо 20 000 опыта. 21 000 опыта, чтобы СУП-85 изучить. Потом еще 35 на КВ. Ебать, тут, конечно, качаться потом еще. Ебать. 390 000 опыта. На самый последний танк. Ебо. Триста 90 000. Только дублер никак не купить, типа, этого танка, блин, на карте. Почему за донат купить? За донат. Заходишь, модификации. Дублер 50 золотых орлов. На технику наводишь.
Вот. Крис Терлов. Молодец, Терлов. Ебать, дорожные знаки. Шлемы. Ебать, у меня два противогаза есть откуда-то каких-то. О, слышь, Гермов нас убивает. Ты с ним. Наклейки. Ебать, тут наклеек, конечно. Цифры. Армия России. Звезду нахуй еще наклею. На КВ. Че, Макс, ты все ночь не будешь спать, что ли? Почему? Ну, типа, ты уже выспался. Неплохо. Пить Сталинград. Ну что, готов в жопу? Куда я сделаю? Не знаю. Это 10-й левел, да? Угу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Паскаль, Паскаль, Паскаль. Что-то знакомое. Это из-за программирования. Да я знаю, что из-за программирования, я просто не могу вспомнить, что это за Паскаль. Мы просто много чего изучали. Delphi, Паскаль, по-моему. Или просто... Там языки программирования были, которые сейчас вообще нет. Яву немного смотрели. Блядь. А в школу, кстати, ходил. М? Смотри, ты отучился в школе, дальше куда пошел? В институт. В Калининград. Угу. Сколько он учился? 3 года. Потом в армию уходишь, да? Нет. Потом. Потом возвращаешься, да? Ну да. Бля, я планирую на СП, хотя поехал на Б. Езжай! На что це захватывают? Блять, я пока в говне доеду куда-то. А, уже все кончится. Чё, да, на 57 бэ. КВ-2, первый взял КВ-2. Ты чё, блядь, котик ебанулся, обыкновенный. Ну может у него самый слабый танк. Или может наоборот он играет самого сильного. Или может у него дублер, блять, на нем играет. Стиль игры, да? А что если дублер, смотри, если ты берешь один танк. Не! Смотри, ты берешь один танк, да? Да. Ты его просираешь. Потом берешь другой танк. Ты можешь потом дублер взять, да? Ну да. Дублер просто использует жизни эти, которые, ну, количество возрождений. То есть ты на одном танке уже играешь, тебя уже, ну, две попытки используешь. World of Tanks КВ-2 это вообще такая параша. Ну как, не совсем параша, но его пробить как нехуй петь. А просто раз пробил, да? Ну он какой-то такой.
Он дамажит, но при этом он не бронированный. Он медленный и не бронированный. Ну, War Thunder все наоборот, да. Да. Ну и как самый? Не самый? Ну нормально, он как ёбнет, блядь, так ёбнет. Вот для нас он охуенный, да? Для нашего ворота. Ну как ты, а у меня тайминг ловишь? Чё? Меня два чела поймали на тайминг. Как это обычное дело. Ловить на тайминг? Но. Короче, потом дойдите вы нахуй, блядь, слышите, блядь, поехали. Посмотрите, хотите себе пулю. Блин, ну я на воздухе тупо пулял. Популял, блядь, сильно пулял. Ну ты можешь помочь, а? Кто? Я еще далеко. Вот уебан. Ой, уебан. Да чел рядом стоит и смотрит просто, как меня уничтожают. Да. Давай, короче, возрождайся, поехали. Пиздец, я просто в ахуе. Ну же, тиммейты чего ждал? Это же тиммейты Counter-Strike Global Offensive. Да мне кажется, тиммейты даже в КС-ке получше будут местами. Ну какие-то, да, больше. Да. Ну кроме иностранцев, да, поляков. Мне кажется, они все русские, да? Это, кажется, здесь? Да. Не знаю. Ну, может, не русский, но европейские сервера здесь. Там Б захватывают. Я знаю. Бля, там КВ. Там КВ, да. Там два КВшки. Одно это русское, другое немецкое. Ну, бей. Ебать. Заебись, блядь, закатился в горку. Ну, бля, а мне КВХ едет, я логично с ним не уверен. Как думаешь, поебать с ним с КВХ, у меня КВХ еще. Ну, пытайся. Если, конечно, ко мне поедет, дед, то есть не так, я не делаю. Или что, ты засал? А, у меня два, а тут две КВХ, вот это классно. Пишет, есть пробитие, хотя я не пробил. Мне тоже есть пробитие, но при этом, блядь, не пробил. А почему у меня это, как-то зеленый загорелся, у меня пишет, что не попал. Ну, бывает. У тебя же есть это разлет снаряда? Блядь, ну как-то попало. А, блядь, выпилил на цену, только может вспомнить. Сука, не попал. Что мне делать? Я бачу на всяко в этом первый, который у тебя справа. А, вижу. У меня это. А, Серега, блядь! Подожди, блядь, у меня еще КП заржало, блядь. А почему не мог. Алло, почему не мог стрелять? Я стрелять не мог. Сорян. Не мог стрелять просто. Меня зажали, что я не могу стрелять. На, КВ, блядь, минус один. КВХ минус один? Да, и помощь в уничтожении. Ты как раз, когда выезжает КВ, ты выехал, и я в тебя прям, блядь, тебе в башню нахуй. Да ты мне пробег, ты тварь. Я, кстати, за тебя, походу, не смог стрельнуть, я стрельнуть. Да не, вряд ли. Я тебя выбить ничего не мог. Если бы выбил, то бы сейчас так, это я бы... Блять, там немецкий КВ. На точке, на Б. Просто это А. Блять, не попал. Смотри, давай сейчас можно силы зажать просто всё. Если
У нас там много едет, так что это нормально. Ну там, блядь, из С точки тоже дохуя смотрят. Да ты серьезно? Ну почему я тебя не чекну, если не отлично. А, цель не была повреждена. Еще и снаряд рядом упал. Ну вообще зашибись. Ай, блядь, чиз. Ай, бля, ебаный. Просто две гусли в минус. Блядь, меня КВХ всё-таки спалило. Я думаю, я не падаю. Думаю, меня не убьют. Чё, Макс, мне нужно? Чё, у тебя последний, да? Нет. Второй. Блять, надо КВХ забрать, а то щитцы захватывают, ёбаный вот. Ёбаный стыд, блядь. Вот и все на цезе будет бежать, да? На, блять. Не! Блять, у нас просто все точки захватили, сука. Ты серьезно? Ну КВ, блядь, ты будешь что-то делать, а? Какой нахуй рикошет, блядь, ты о чем? 59-й раунд. Можешь челиков сливать по нам инфу? Ебать нахуй. Просто уничтожаю все, что движется. Такое ощущение, что я один остался. Да ничего, блядь. 4 танка наземных уничтожено, 3 помощи. Надо С захватить. Я. Серега опять там с кем-то срется. Потому что он моет, ты видишь, он слил. Заебись, блядь. Б захватили, С захватили. А захватили. На, блядь. Ебать, на меня там просто толпа вся смотрит, нахуй, не вражеская. Ага, пососать бибу не хочешь?
охуенно, блядь. Наводчик контужен, заебись, блядь. А тут же бесполезно, блядь, что-то делать. Слушай, у тебя все танки? Угу. Читай факты, читай по фактам, тупо разъебал. Читай, я там по фактам читаю. Мы потерпели поражение на все. О, мне, да, еще им дали. Это боевой трофей, мне нужно за это. Отлично. Чё, куда что боялся? Слышь, посмотри, Герман это в CSGO играет, посмотри. Просто Стима. Нет. А почему он пишет в Discord, что он играет с FPS? Не знаю. Нахуй. Если только он невидимку поставил. Ну, просто в сети его нету. Ебать. Ладненько.